ребята, и сегодня мы будем играть в Murder Mystery 2. Также со мной будет играть моя сестра, поэтому прошу подписаться на ее канал. Итак, я шериф. Ну, посмотрим, получится ли у меня кого-то сегодня застрелить. Или я затуплю, как обычно. Давайте посмотрим, кто же будет ходить с оружием. Ну, пока я вроде никого не вижу, но я подозреваю того пацана. Вот тут моя сестра пробежала. Вот мне кажется, что он убийца. Он тот пацан в голубой кофте. С эффектом еще. Вот сзади меня бежит моя подруга. Ой, сестра. Итак, на то, чтобы застрелить, остается 2 минуты. О, Майя, я права, что ли? Ну, капец, он еще и ножи метает. С ПК. Да что вы его ко мне... Уйди, пацан. Туф, за стеной не получается. Итак, где он? Где этот пацан Аверу? Ой-ой-ой. Ну ладно. Итак, теперь следим за моей сестрой. Вот, если что, Юник. Так, за пистолетом побежали. Ой, нет, беги. Ну, если смотреть на это, то моя сестра сегодня играет в первый раз. Она играла во многие игры, но в Murder Mystery еще пока никогда. Итак, кем же я буду теперь? Да ладно, второй раз подряд? Ничего себе. Именно на моей нелюбимой карте. Ну, не хочу кого-то обидеть, сразу говорю. Итак, что делать? Кто убийца? Или я опять затуплю сразу? Классно. Я бы хотела попасть в ту девочку, а попала в сестру. Зачем? Итак, ребята, кто же теперь? Я невиновна. Ну окей, тогда пойдем там, где танчики. И потом посмотрим, кто убийца, кто нет. Главное, если убьют шерифа, первый захватит пистолет. Бежим туда. Ну, звуков убийства нету. Но я надеюсь, их и не будет, потому что это не очень. Блин, этот пацан опять убийца. Нет. Ну ладно, будем следить за моей тогда сеструхой. Я ей сказала пойти на второй этаж, потому что там безопаснее. А этот пацан так бушует и кидает ножи. Это прям вообще... Я так еще пока не умею метать ножи, ну ладно. Он уже который раз убийца, я не понимаю. Итак, моя сестра пока просто стоит и собирает монетки. Ну, а пока последим за убийцей. Итак, вон девочка, а вон моя сестра в окне. Вот пистолет лежит. Понятно. Итак, он пока собирает монетки и бежит к моей сестре. Я надеюсь, она успеет осознать, что ей пора бежать. Итак, я сказала своей сестре, что надо спрятаться, и она побежала вон туда с какой-то девочкой. Но он бежит к ним и нет, убивает их. Ну ладно. Итак, кто же я теперь? Я опять шериф. Итак, я надеюсь, что этот мальчик не убийца, потому что... Это уже который раз он будет убийцей? Вообще не знаю. Итак, бежим. О, кто-то пустил светлячков. Там кто-то кого-то убил, и стреляем, и ура, победа. Ну что ж, ребята, я думаю, что на этом все. И, кстати, кто досмотрел до этого момента, пишите в комментариях. Hello Kitty, допустим.
Всем удачи! Всем пока, ребята!